На сайте госзакупок ищут подрядчиков для расчистки Краснодарского водохранилища. Проведение работ запланировано в течение 2017 и 2018 годов. На эти цели выделено почти 90 миллионов рублей. В расчистке нуждается участок от аула Хатукай до поселка Набережный. Как сообщили в бассейновом водном управлении, в настоящее время водохранилище работает в штатном режиме. Объем воды в нем составляет 745 миллионов кубических метров, а сброс – 252 кубометра в секунду.